По программе машиностроения мы отлично поработали с Минпромом. Это 19-20 год. Купили 93 единицы технологического оборудования. В основном это оборудование для сварочного производства и окрасочно-сушильный комплекс. В этом году мы также развиваем эту тенденцию. У нас идет на сегодняшний день в сборочно-окрасочном цехе мы покажем строительство, монтаж камеры. Планируем запустить в августе месяце. Вот. Ну и, соответственно, также это даст нам хорошую экономию, вот, а также качество нашей продукции. По сырью, комплектующим материалам вопросов практически нет. Нет. И по сбыту? Нет. По сбыту тоже нет. И потом до конца года все расписано, и они работают в таком графике. 3 смены. Ну, я думаю, Россия для нас будет основным хорошим рынком сбыта, рядом. У них такого производства, наверное, нет, да? У них есть, но гораздо меньше в объеме. И все весь комплекс техники, который делаем мы, в Российской Федерации не делает никто. Востребован. Да, востребован. У нас очень широкая линейка, и мы можем быть полезны любому аграрию. И в этом плюс. Александр Григорьевич, краткий экскурс по нашим темам. Вот ПРФ 110, ППТ 160, переработанный пресс-подборщик. Это тюки, да? Да, тюки. Вы знаете. Тех, конечно, знаю. Да. Косилка дисковая КДП 310, то есть это косилка именно с брусом, с инновационным, то есть брус будет универсальный, как и на Гомсельмаш применяться, так и на Россельмаш, то есть провели предварительные переговоры, но продукт импортозамещения. Также у нас РУ 3000, машина для внесения минеральных удобрений, это новая машина, опрыскиватель ОПП 3000, ширина захвата 24 метра. 24? Вот. 24 метра, да. Да, я помню. Мы... Хорошо, что сделали, мы очень нужны. Наше дочернее предприятие вот выпускает молодечно новую продукцию, не только касающуюся основного нашего назначения. Вот это вот лесопилка, лесопильная установка. Она может... Да. Она ручная, очень мобильная. То есть ее можно смонтировать практически на делянке. Она может оснащаться дизель-генератором. И все это в ручном режиме. Именно это для мелкого и среднего бизнеса. Мы пытались создать такой вот бюджетный вариант. Но это электричество только или можно под трактор? Это это только электричество, либо дизель-генератор. Как я и сказал, вот мы обновляемся, устанавливаем красочно-сушильную камеру, вторую. Причем это все российского производства. Экономический эффект вот между этой камерой и вот этой составил у нас 100 тысяч белорусских рублей. Но это довольно-таки хороший. При этом мы получаем на выходе качественную технику, качественно покрашенную. И самое главное, пропускная способность гораздо выше, чем старые установки. Прогрессируем, да, и стараемся работать как бы в большей степени. Добрый на рынок. В этом году мы также выпустили вот такую вот бочку. Это самый большой объем в Республике Беларусь. И даже на постсоветском пространстве крупнее никто не выпустил. То есть в чем особенность бочки? Это 22,5 тонны. Она используется как бочка-заправщик. Это сейлка. И вот стоит конструктор. Ну, а сколько вы сделали сейлок? Это четвертая. А вообще сколько сделали? А вообще такого плана сейлок сделали? 9-метровых уже 15 сделано аналогичных, 12-метровых 4. И проданные работают. Хорошо, а что здесь импортное? Здесь вообще ничего не импортного. Мы полностью освоены производство. То есть штамповка, литье пластмассы, резину прессуем сами. Диски бьем ну, сами. Ну хорошо, белорусская, это уже то ему плюс. Да. Также, как я и говорил, по импортозамещению с МЗКТ поработали МТУ-18 машина и МТУ-24. Адаптеры мы уже устанавливаем МЗКТ в серийную партию. Что касается вообще техники, в белорусских полях трудится порядка 5,5 тысяч продукции нашего производства. Причем эта продукция гарантийная. Вот. И, соответственно, мы поддерживаем наши агросервисы. Позвольте еще, Александр Григорьевич, хочется подарить вам небольшой подарок, знак того, что вы посетили наше предприятие. Мы, честно говоря, этот подарок... Короче, бюджетный вариант, да? Нет. Самый небюджетный вариант. Мы хотим предложить вам любую единицу техники испытать на ваших полях. Поэтому вы как... Мы больше производственники, технари, а вы как аграрий, наверное, сами нам подскажете, как лучше это Спасибо. Реализовать. Это для Дворца Независимости.